Вижу мужчину в рубашке с коротким рукавом. Господи, на улице мороз, ветрище. Боже ж ты мой, Господи. Вот это да, закаленный товарищ. На него смотреть холодно. Ну вот и закончился прямой эфир. Девчонки мои дорогие, Господи, как же вы меня прям сегодня, вот как вы мне не то что подняли настроение, просто прям вот вернули к жизни, вот правда. Ой, огромное вам всем спасибо за то, что вы у меня есть. Я решила, что вот это я видео выложу сегодня, пусть под ночь. Но я не могу просто вас еще раз не поблагодарить, правда. Спасибо большое. А что случилось? Случилось. Мама у меня в реанимации лежит в ковидной. Ну вот это завтра будет видео. Ну, я надеюсь на то, что все будет хорошо. И не придется мне возвращаться в Москву по плохому поводу. Ну, я просто, я говорю, я прям вот что-то подумала, думаю. 5 месяцев не было у меня прямого эфира. Думаю, надо. Сейчас меня все время, когда прямой эфир, меня все время вы так развеселите, что прям обо всем плохом забываешь. Ну вот сегодня то же самое и случилось. Так что спасибо огромное вам всем. Спасибо. И еще раз напоминаю, девуськи, подпишитесь на мой инстаграм, пожалуйста, под видео у меня, под каждым вот с последних видео есть этот инстаграм. Для меня это очень важно, очень. Ну, потому что в Крыму не покупают. Может, хоть инстаграм поможет. Очень хочется. Ну и сделаю розыгрыш, и всего будет 200 человек. Это очень большой шанс выиграть. Выигрывают же люди-то у меня. Ну, вы же сами знаете. Ой, у меня прям все внутри прям прыгает. Я так насмеялась с вами. Жалко, Саша уехала. Вот повеселились бы. Вот. Ну ладно, мои хорошие, давайте. Все. Всем всего самого хорошего. Здоровья, счастья, тепла в доме и в душе. Ну и пока-пока. Пока, мои дорогие. Я вас обожаю.